Всем привет! Давно хотел заказать светодиодную ленту, чтобы была на пульте управления, а также светилась, моргала и переливалась разными цветами. И такая лента наконец-то пришла. Она продается разной длины от 1 до 5 метров. Я же заказал 3-метровую, так как ее как раз хватает для телевизора диагональю 106 сантиметров. А прикрепить ее можно куда угодно, насколько хватит вашей фантазии. С обратной стороны она имеет клейкую основу для удобной установки. Есть обычная и водонепроницаемая, я заказал обычную. На 1 метре ленты располагается 30 RGB светодиодов SMD5050. В комплекте идет контроллер с пультом управления, правда батарейка CR2025 в комплект не входит. Работает от USB разъема, можно подавать от 5 до 24 вольт. 1 метр ленты потребляет 4 ватта, а значит 3 метра должно быть 12 ватт. Хотя тестер показывает даже немного меньше, 4,96 вольта и 2,23 ампера с 3 метров. Это получается 11 ватт с копейками. При подсоединении контроллера и ленты главное сделать это правильно. Нужно, чтобы стрелки совпали и были на одном уровне. Я пробовал подключить в USB разъем телевизора, но она у меня не работает. Хорошо, что у меня установлена двойная розетка за телевизором, что позволило мне подключить ленту через зарядное устройство от телефона. Что касается пульта, здесь, я думаю, нет ничего сложного. Для начала покажу при небольшом освещении, чтобы вы могли видеть сам пульт. А дальше в конце видео покажу, как это все будет выглядеть при полностью выключенном свете. В левом верхнем углу кнопка включения и выключения. Кнопка с надписью «Демо» – это мигающие переливающиеся режимы. Верхняя и нижняя кнопка – это переключение режимов. Здесь этих режимов очень много, я их даже не могу сосчитать. Слева и справа уменьшает или увеличивает скорость мерцания. Также можно сделать тусклее или ярче свечение ленты при помощи кнопок Bright. Нижние 7 кнопок – это быстрое включение того цвета, который вам необходим. Цвет клавиши соответствует свечению ленты, но на самом деле цветов свечения здесь я насчитал 19. Для этого необходимо воспользоваться данными кнопками для получения необходимого оттенка. Конечно же, я не смотрю фильмы в мигающем режиме, это реально напрягает глаза. Я выбираю какой-то определенный цвет, и он просто постоянно светит. Тогда уже просмотр фильмов становится комфортным. Теперь, на мой взгляд, в зале стало гораздо интереснее. Спасибо всем за просмотр, всем пока-пока!